Массовые столкновения с полицией переросли в протесты в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Чтобы разогнать разъяренную толпу, правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. Сообщается о 15 пострадавших. 2 человека задержаны. Демонстрации в стране, напомню, не утихают с конца прошлого года. В этот раз сотни человек собрались у здания Конгресса, где обсуждают проведение экономических реформ нового президента. По мнению протестующих, они отразятся на демократии в стране. Власти, в свою очередь, утверждают, что Аргентина нуждается в так называемой шоковой терапии из-за продолжающегося экономического кризиса. Страна столкнулась с беспрецедентной инфляцией. Она составляет 211%, и это максимальный показатель за 30 лет. Около половины населения, по подсчетам экспертов, живут в бедности.